Ай-ё-ой-ё, Егор. На месте. Да. Ого. А ладно, я все возьму. Фантомочки всякие еще есть. Я думаю, так лучше будет. Не буду паниковать. Что-то продавать там. Ролвей, да, но кому он нужен твой? Да, антеров тоже нет. Ассасины. Блин, ассасинов можно было взять, но я не взял. Ух, красота-то какая, лепота. Как же они с ума сходят. Ладно, все-таки я продам. Бадагон мне объяснил сразу же. Салага, привет! Где народ? Не знаю. 3 минуты стрим идет. Сам не знаю, где народ. Короче, я никого не убью, поэтому... Поэтому ладно. Перезапустил, да, я перезапускал. Кто тебя, Артемчик, обидел? Опять Оракл, извинись, пожалуйста, Оракль. Зачем так играешь? Почему? Почему вот этот человек на пристах стоит? Террорблейд еще играть пойдет. Войда в форс. Дайте мне пристав. Бе, бараш. Лоуренс там, короче, 5. Да как можно без дазла играть? С двумя ураклами без дазла еще. Машерцы. И в такую фору давать людям. Это же нехорошо. Ну все, на Next, пожалуйста, 2 приста. Надо паролить будет. Все, вроде я себе лустрик делаю.
CO2 перестану теперь сделать, потом перк хороший получить. Тут и манга хорошо может сыграть. Что еще может сыграть? Малефик. Наверное, да. Ого, все. Еще и ролить даже не надо, казалось. Да, под лейт подогоним, вроде тут у меня шмотки есть. Могу справиться. Нормально все. Десишка. Ты один, луна заряженная. С момчиком. Жестко. Первый танго самый вкусный. Два, два, восемь. Здорово. О, кстати, мипасики. Ладно, мипасики кринж. Стрипнул и все. Так, да. Да, пятый левел сделать, здесь инста можно пятый делать, дефаться тремя хантерами. Лошадь уходи. Отвались. Лошадь уходи, век воли не видать. Согласен. Значит, наверное, можно без АКС. Да. Лошадью сходил, да, молодец. Нет, не хочу так играть. Мультик держать не хочу. Нет. Ну нет. Игра. Тут манга, ладно, так. Что может, можно будет зарандомить? Если что, можно будет Reaper взять, если стригать. Вот и зарандомлю сейчас. Так. Бесплатный бан, да? Конечно, хантеров, да. Так, потом я... А. Да, ладно, да. В принципе, можно хантеров, наверное, оставить. Духа был? Да, в принципе, нормально. Так. Коза, та еще лошадь. Здорово. Согласен.
Так, ну перк, может быть, манга был бы лучше, там еще что-то было бы лучше. Что, кстати, кому проиграл? Кому он стрик в прошлый раз потерял? Ну, от кого-то там потерял стрик, не знаю, от рипера, не рипера. Не суть, да. Ко мне может быть. Ползаем. Два ЛД нашли. Манга сильный перк, да? Если к ним придет, мне пофигу на манго, у меня просто хорошая игра будет. И без того. Лоурен через яичко тут сыграл. Почти задули. Почти не считается. Тоже ты дома как? Тунгуса, два манга. Тридцать пять хп на 4 раунда, это нормально? Бойчик, привет! Украин, бойчик. Да. Я снэпку поставлю. Я подумаю, этого хватит, не хватит, подумать надо. Скорее всего, маловастенько, да? Так лучше будет. Да, может быть, маловато, да. Да нет, я особо не играю в игры там какие-то новые. Снэпка, покажи, что можешь. Да, жаль, что. Изи. Реально изи, да? Живем. Волк молодец был, но справились. Это был бы очень такой позорный момент, что мы так не дефнулись. Но там плохо с кастило. Если так подумать, могло получше. Так, 27 хп на 3 раунда. С учетом, что манги ко мне не заходят.
Справиться нужно будет. Сейчас раунд проиграю, посмотрю. Так, что там у Лоренса случилось? Одессишка ко мне заходил. Босс, Энвер. Амстрад сейчас идет. Киры какие-то. Мне потроллить нужно будет после этого раунда. Уже, скорее всего, драться надо будет. 6 магов ставить надо будет. Брутка тяжело, да, потому что очень много урона буду получать. Я не хочу много урона получать, это, ну... Вот бруду-то здорово, то, что бруду подстрелили. 12, то есть я 15 хп не смогу. Тут понятно, что... Так, два манга, в общем, есть. Которые... Один ко мне сейчас зашел манга, да? Да, то есть есть еще дамстрет, который может зайти. Может, я еще и потерплю. Но мне на самом деле лучше сразу. Так сделать, а на Next уже левелапнуть, еще драться. 6 магов мне нормально может сыграть. Ну как нормально, оно просто может сыграть. Не то чтобы нормально. Просто может сыграть. Как-то. 15 хп сейчас могу даже потерять это хп. Почти дал мультикаст. О, фуру застрелили. Ну тут хорошо подрался очень. Я последний раз играл 9 магов? Да не помню, было такое. Особо не помню. 9 хп. 10 танга, 7 манга, то есть 8. Тоже мультик нужен. Сначала в лапну подрали чуть-чуть. Драться надо. ДК очень сильно бафнет. ДК кун коллега вообще на этих стоять. Хорошо будет. На крипах. Вот лешего поставлю. На поле там есть. У меня 8 хп, надо вытерпеть 8 хп. Сразу добили. Меня лишего прям сразу добили. Ладно, ты немножко поспешил. Что-то я подумал, что тут вылетаю. Не вылетаю, а меня котел мог добить. Тут в итоге идеально. Одно танго сел, ничего страшного. Классико. АТМ, привет. Да. Все хорошо. Классико. Кензи, привет. Это надо ждать вообще. Тут шмотки хорошие. Монополии могут быть, да. Лоуренс там готовит уже, знаешь что. Ладно, я в любом случае это продам. Скушать-то все.
А. Кажется, шмотки все равно тут подержат. Так. Джекира нужен, визарды там. ХПшку сейвить надо. Два котел, там еще что-нибудь. Два ты, два ЛД, тут вообще душно. Монополия, скорее всего, тоже еще есть. Танга не завязана, 7 хп максимально можно съесть. Неважно, в каком ты левеле находишься. Мне это не надо, потому что я сразу откажусь. Немножко не успел. Беру кентавра. С хп, но мне все равно прыгать особо-то нельзя. Драться надо. Ну, перки у меня просто фигня. Тла пока нету, снэпки пока нету. О, найти бы хотелось, да. И висп есть. Но я не могу пока что этого отдавать. Хотя давай отдадим. Классико. Так можно сделать. То есть я думал либо в котла, либо кто как зайдет. Снэпка, кто из них придет, но все-таки проиграть могу. Так что леший мне сейчас очень много даст. Под 6 магами. Я бы тут очень сильно проиграл. Да. Леша мне тут игру затащил, по сути. Насколько осталось. Ростаков, привет! О, Фукич. Отлично. Да, он дурит монополии, но это читалось. 4 голды, много, достаточно. Четыре катара. Темпларка Т2 очень сильно. С магом, да, у меня весь маг посильнее, чем Могар. Непонятно пока. О, как хорошо тут получилось. Ну блин, чуть-чуть, да, чуть не получилось.
Змей ЛД? Нельзя так делать. Русский вопрос, что никто не играет через кастер 4 бога, там лич, разор 4 бога. Да это сложно. Вот, блин, сейчас Леши пришел, кстати. Короче, экономически так не играет. Мне ничего бы не дало. Так. Я бы тут релишево и друидов когда собирал бы, мне бы... По итогу бы не сыграло бы хорошо. ЛД монополия, я в курсе. Я в курсе, поэтому да, мне нет смысла лишь это 3 собирать. Я бы его не собрал. Было бы у меня 3 лишь, может быть, я подумал бы ЛД взять. А тут сейчас просто ролл счастливый был такой удачный. Догоним теперь есть. Догоним есть. Блудторн. Могу не в снэпках, только я тут я закрою. Я просто пока не могу особо ничего закрывать. Кажется, вот так у меня оптимально очень. Каста никого не жду. Если будет у меня Т2 этот кипер, тогда может быть я и сделаю в него гоним. Ну или в ДК, когда Т2 будет, понятное дело, да. Сильно будет очень. Лоренс победил. Маски есть. В играх со зрителями вообще легко можно пробовать. Можно. Зрители просто хорошо могут играть. Вот, все. Теперь я обязан так играть. Классика. Ценку этого нам можно было продать, поставить. Но пока ладно, пока так нормально. Вот Блудторн идеальный, кстати, идеальный Блудторн. Вообще идеально получилось. Шмотки очень крутые. Шмотки меня тут затащили. У меня не было перков, зато шмотки хорошие. Кора тут. Темплар КДФ это. Кира поставлю. Я его вперед могу ставить. У него две маски. Так хорошо должно быть. Тут этого боялся немножко. Опять урона нормально.
Тиров у меня нету с ДК, но шанс такой есть. Да, мультикаст я не беру. У меня и так левел апается. Там либо драконов, если придет, либо акиров я могу поставить. Убили. Нормально. Как раз у меня все близко. Танатос, привет. Ой, Леша очень сильный с аганимом, ну только сильнее, тут выгодно играть. То есть если мне приходит Джекира, либо карточка. Можно драконов сделать будет. Я зарандомлю, наверное, да? Или все-таки марш? Ладно, марш все-таки поживем. Да, потому что так сойдет, да? Один маг нужен какой-нибудь. Либо Магнус. Скорее всего, уже не играет. Хороший раунд. Так, босса бы выбить, кстати. Есть шанс так. Да, убиваем. Здорово. Ладно, я марш возьму. Ты инстакаст был, при том, что у меня Doom есть. Спектра все равно инстакаст нажала. КБ. Ну вот Doom хорошо, я как раз Doom против Спектры брал. И против Темпларки. Все это у меня сработало. Ира, Рубик. Ну, Рубик чё украл? Колдом Рейс? Не знаю насчет котла. Doom мне очень сильно нравится. Почему?
Потому что сюда очень хороший дым идет. С просто каст. И сюда очень дым хорошо идет. Но хотя здесь уже двое их. Кого пойдет уже. Тут было 2 Т1 тепларки, но сейчас интересно, в кого даст. Да, в правильную дал. Все равно не успели, да? Успел пробить меня. И сишку я дефнул. Ладно, избавимся. Висп нужен. Здорово здесь. И здесь тоже здорово. Но мы хорошо играли. Шмот хороший. О, как хорошо-то получилось. Смарт, тут еще дефать надо. Ну, все-таки есть, да? Марш дефнем. То есть, если бы я тут пытался лишь карты 3 закрыть, вот как вы мне там просили, я бы такой стол в жизни никогда не собирал, я бы просто вылетел. Все. Ключевой момент такой. У меня не было возможности рассчитывать на лишака. Десишка крипов не дефнул, ничего себе. Весь. Он от Блуторна спектру прячет все равно, ничего страшного. Я так оставлю. Кстати, шмотки можно даже в дома дать, чтобы он подольше жил. Сейчас посмотрим, как раунд закончится сначала. Вместо снэпки, может быть, и Магнуса можно ставить. Чтобы Дум раньше кастил, как, ну, до того, как спектра Глипнира дает. До того, как спектра Глипнира дает, да, можно даже так сыграть. Сейчас я так, ну да, снэпку уберу, попробую с Магнусом сыграть. И вот эти шмотки в Дума дам. Дум должен с двумя богами по КД. Когда это думить. Сейчас чисто затестим. Могу проиграть таким образом. Просто кентавры именно так работают. Можно в дома дать, можно в лешего дать. Я хочу в дома. Ну,
То есть тут проверка чисто, то есть Глипнир дает, но скасить он может не успеет, потому что кентавры вначале бегут, а Дум может за это время успеть дать. Дум. Я хочу проверить, насколько это правильно. Теории посмотрим. Нажал, не нажал? Вроде бы нажал, да? Ну, раньше имеется в виду. ГГ, здесь. Там. Блин, хорошая катка, что-то мне нормально, тоже понравилось. На тоненького. То есть на тоненького либо ты тильтуешь, либо кайфуешь. Там другого не дано. Нормально. Перки плохие были, просто шмотки зашли. Со шмотками легко играть. Шмотки идеальные просто зашли. Кимтеч, привет!